Я слушала внимательно ваш доклад и ловила себя на мысли, а какие приоритеты вообще у министерства в ходе реализации программы ТКО? Условно это можно, наверное, объединить в два слова. Собрал, захоронил. Я не услышала там, а что вообще прорывного планируется делать в этой, вот, собственно говоря, там, да, тематике. Поэтому где мусоропереработка? Где мусоросортировка? Я не услышала ни одного абсолютно слова про промышленные отходы. При этом это вообще ключевая проблема нашего региона. Начиная с того, что у нас просто бешеными темпами идет строительство жилья, капитальный ремонт у нас начал тоже подтягиваться. Плюс к этому, ну вот в этом году, в следующем году огромная реконструкция предприятия «Русала». А куда, собственно говоря, будут вывозить отходы от реконструкции капитального ремонта и строительства? У нас благополучно угроблен промышленный полигон, который находился в санитарно-защитной зоне КРАЗа. Был такой единственный промышленный полигон, его больше не существует. Я не знаю, как по другим там зонам, но в Красноярской зоне точно ничего нет. А все основное строительство и производство все-таки находится в городе Красноярске. А вопрос у меня к инвест-программам. Когда заключались договоры с рекоператорами, там предполагалось, что каждый из рекоператоров будет нести какую-то инвестиционную нагрузку. И, собственно говоря, мне кажется, в каждой зоне должны были быть какие-то планы по мусоропереработке, мусоросортировке, по обустройству полигонов. Сегодня я с удивлением для себя узнаю, что территориальная схема, вдруг из нее исключен полигон «Волчья грива». Но тогда, в общем-то, вот эти показатели, о которых говорит Марина Юрьевна, они недостижимы, потому что плечо в 40 километров для правого берега, но оно будет очень как бы затратным. И у нас, если взять любого рекоператора, то, ну вот я не знаю ни одной такой темы, по которой было бы что-то построено для того, чтобы избежать вот этой истории, собрал, захоронил. Это здорово, что будут красивые контейнеры, такие единообразники, может быть, даже такие красненькие, да, например, или зелененькие там, да. Но это же не решает проблему с ТКО. Это не главное.